Канцлер Германии Ангела Меркель предоставила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Канцлер заявила, что с 4 мая непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут восстановить работу при условии соблюдения необходимых санитарных мер. Власти Германии решили постепенно открывать учебные заведения. Так, с 4 мая занятия возобновятся в выпускных классах, а затем в младших. При этом проведение массовых мероприятий будет запрещено до конца лета. Ситуацию будут отслеживать каждые 2 недели, и в случае необходимости будет корректироваться стратегия выхода из режима изоляции. В Германии по состоянию на прошедшие сутки зафиксировано 133 209 случаев заражения. Зафиксировано 3592 летальных исхода. 72 600 человек вылечились и выписались из больниц. Атарух Ахмедов, CBC.